Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился планами по ситуации в Донбассе в случае избрания главой государства во втором туре. В интервью телеканалу «Украина» он заявил, что нельзя затягивать процесс из-за гибели солдат на Востоке. Для первого этапа это прекращение огня на Востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро. Сколько солдат погибло на Востоке? Сказал Зеленский. Среди мер Зеленский назвал более активную работу с жителями неподконтрольных Украине районов в Донбассе. «Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, возобновить отношения, запустить, начать платить пенсии людям», — заявил политик. Также Зеленский подтвердил готовность напрямую общаться с Москвой. Он поддержал формат минских договоренностей. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.